Мы находимся в Мытищах на одноименной хоккейной арене. Именно здесь 28 мая 2011 года состоялся третий в истории драфт юниоров континентальной хоккейной лиги. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kids. Show you the ropes. На самом деле я не ожидал, что буду в первом раунде, но то, что ЦСКА защитит, в принципе, я знал. Думал, что другие клубы какие-то будут пытаться меня выбирать. Но очень рад, что ЦСКА меня выбрала, что я и дальше буду принадлежать этой команде. Какие вообще эмоции и какие задачи ставишь перед собой? Это уже, наверное, в МХЛ ты доказал, да, на чемпионате мира молодежным сыграл. Что дальше, какие цели у тебя? Ну, на ближайший сезон, мне кажется, хотелось бы сыграть за первую команду ЦСКА, стать основным игроком и прогрессировать с каждым годом и в итоге стать сильным игроком. Мы довольны тем, как прошел драфт. В первом раунде мы задрафтовали Александра Тимирева из тюменского газовика. Мы, в принципе, хотели его задрафтовать. Вот, он высоко котировался и в центральном скаутском бюро, и мы отслеживали его в течение сезона. Вот, он крайне нападающий. Во втором раунде мы выбрали двух иностранцев. Это латыш Гиргенсонс, который играет в юниорской канадской лиге, и защитник Адам Алнквист, который подписал только недавно контракт с Детройтом. Но у нас есть надежда, что со временем эти игроки не скоро, но через несколько лет, может быть, там через 3-4-5 лет, это оба хороших игрока, и у нас есть надежда на то, что когда-то они попадут в хоккейный клуб ЦСКА. Третьего раунда у нас не было. В четвертом раунде мы выбрали Дениса Камаева, нашего воспитанника, который отыграл весь сезон в Красной Армии. И также мы выбрали Никиту Лисова, который играет в Крылья Советов, защитник. Но в наших планах, скорее всего, мы не будем его приглашать в ЦСКА, и он отыграет какое-то время в Крылья Советов, потому что защитники у нас, в принципе, мы укомплектована команда по защитникам. Но в будущем, через год-два, мы будем следить за его развитием, и если у него будет все нормально, мы пригласим его в ЦСКА. И в пятом раунде мы подписали, задрафтовали нашего также воспитанника из Дюшор ЦСКА Дмитрия Огурцова. Ну, также мы следили за ним в течение сезона. Это высокий габаритный защитник, у которого, в принципе, есть неплохое игровое мышление, ну, которому необходимо работать. И, в принципе, если все будет складываться удачно, со временем, я думаю, у него есть шанс также попасть в первую команду.